Да! Что закрыто? Занято! Я сейчас приду, я тебя собираю! Ну, голова ляет! Никого! А с кем? Чучу! Откройте! Открыл. Ай! Бабай! Ты чё работаешь быстрее? А? Мам, он Максим? Он стоит тут? Нас, посмотрим. А вы не боитесь? А чё я боялся? Короче, тут есть реально привидение. Я вот вообще не такой. Могу остаться? И не. Ну ладно, тогда пойду домой. Ты чего, настаиваться? Нет, я... Потому что ты испугался, всюду себя расстрелял, все эти... А чё, я ничего не боюсь. Зато оставаться, но папа шутит это. Ну, остаюсь, я вообще крёт это. Я пиццу догадал. Пиццу? О, да. Дай мне. Ты чё, я за диету. Ой, подумайся, я вас сама эти игру сделал. Сделал? Ну да. Ну ладно. Так, если кто, ничего не сделал. Понял, но я-то не крыса. Я здесь пятую проверяю. Так, мы будем взялись, мы будем сейчас. А где пицца? Он привидение съел. Это правда здесь? Ну да, но я-то не съел. Ну что, спать будем? Ну да. А чё? Йоу. Мы будем спать на полу. С местом? Да не будет, да не могу пицца. Ну есть опалывка. Понимаю, тут у нас две кровати. Я знаю, у нас и сегодня так. А почему? А другое так как папа, и всё. Так, я всё, я иду домой, а ты сиди. Да ладно, я пошутил. Ладно, остаюсь ты на разом. Наконец-то выгнал. Ну что, я выгнал. Может, не выключит, что она боится. Я? Нет. А может выкнуть? Да ну выступи-то, чё, заё. Ты совсем все отключил? Я не включал. Он её сам включил. Ну ладно, я включил сам. Ну я выключил, он... Ну, отец, я отключу. На самом деле, близко не ходит. Ну, где? Не знаю, тут было. Давай выключи свет и спи уже. Иди сюда. Где мои лайки? Закинь это видео в ленту. Вот ты встала, уже 7 утра. Ты чё, мать? Не понял, где я? Я здесь. А ты чё, по ком залез? Как? Я уже в темноте боюсь. Я тут вынул и спал. Садись. А зачем это вот так стоять? Ну как зачем? Ну можно поспать, что я учусь мне заняться. Потому что я испугался при идее,
Да. Максим, оба не пошутил, не знаю, если... Ну и просто был сон ночью, когда в тупый свет не испугался. Чё, парень задумался, какое-то привидение сильно существует. Ну я видел, а на тот сбежал и спрятался. Максим, я тебе не беру. Ну и да, Максим, что? И что, короче, у нас это привидение живёт. Ночью, я сам видел. А что еще? Потом он зарисовывается свет, и потом у кого-то еще не попадал, а потом вместе с этим попадал, а потом спрятался в оконное, потом закрыл, я открыл этот, ну, потом утро крылаться, а потом и здесь. Ты чё вкладится? Да мы же вы чё, я не знаю правда, давай я привидение. Так мы запугали хотели, вы что здесь? Я тоже, ребят, как я привидение. Ну вся обидно, что он привидение живёт. Дай, что еще есть. Ну и что? Иди вот за мной. Всё! Я вот докажу, как я исправительно. Всё докажешь. А я стал на 11. Меня бы привез стал. Прошу, мать. Ну что, выключаем. Зачем? Половина сидится. Я выключаю свет. Ну, зай, дай ку. Приединение, выходи. Ну ж ты где, приединение? Это сейчас. Приединение, выходи. Я тебя не видел. Приединение, давай выходи, блин. Я на тебя иду, мать. Если позовёт меня. Почему так? Ты зачем меня звал? Идите сюда! Ты чего? Вот привидение, я его не верю. Где? Вот. Здесь было. Ты чего ладает? Ты снимайся. Ну и правда был. Сейчас ты лежать будешь, и 47 не позовёт. И правда, ты чего помелся? Привидение не существует. Власти это сети стоят! Слышь, привидение, а зачем ты здесь, а когда все придут, а? Базаи, я не буду сейчас. Смотри мне. Это ты сюда! Ну что еще? Вот и стоит это привидение. Ну где? Вот. Где? Где? Он! Я тут стоял! Сказал, что я вас позвал. Лох! Саму! Лох! Твоя лякотя! А я, это колники за привидение? Да, это мы. Привисайте! Поняли? Вылезаем! Всем привет, кипистолетики! Ты кто такой? О, уже 20 минут приехал. Это что за чучело, блин? Да, это чучело. Это хуйня привидение. Ну, сам тебя позвал. Что это привидение? Ну, где это привидение? Идем со мной в комнате. Ну, где? Сейчас надо взывать и скоро придем. Кстати, а что для тебя? Это оружие. Похоже, это пылесос. Я знаю, я того не умею, брат. Я тебя убираю. Это что? Это бескиповый магнитик.
А там похоже, это спиди. Это не я встретил. Это Растян. Стэнли. Это были приведения, что вы говорите. Но ведь и того. А мозг мне толку вызвать. Разу! А что делать? Приведение за собой не мешать. А может это не называться, что он смотрится и повредит? Что ты ни разу не сказал? Знай! Эй, ку! Приведение в блокаде. Приведение! Давай блокади! Я тебя завижу тебя! Что вам надо? Так ты что? Рядом приведение живет? Ну да! Я говорю, до свидания! Иди сюда! Нет! Эй, иди сюда, быстрее! Ты чё врёшь? Вот он, прилетел я! А вы не верили? Где? Вот! Свобода! О, дед нашёлся! А ты чего залез? А может тебе не нужно? Я месяц назад покол выслал! Я тебя простыться буду вот там! Привидение, привидение! Я сказал, привидение сиди зовет! Так, я не понял. Меня ты месяц дома не пох... А вы не даст искали? И искали! Так а ты, сынок, чё ты сказать? За что говоришь? Да ты этот дед нужен. Но он всегда пропал. Ну чё? Спасибо вас, Ромацу. А ты сюда иди.